В стенах Института теологии Белгосуниверситета состоялся рождественский вечер христианского образовательного центра имени святых равноапостольных Мефодия и Кирилла. Президиум собрания возглавил патриарх Экзархии Беларуси митрополит Филарет, председатель центра и ректор Института теологии. Христос родился! О, воплотился! Ангели спевают! Царей летают! В присутствии представителей традиционных конфессий Беларуси, преподавателей и ректората Белгосуниверситета, уполномоченного по делам религии и национальностей, были вручены премии «Христианские традиции в культуре и образовании». В нынешнем году ее лауреатами стали супруги соавтора учебного пособия «Библия как памятник культуры», а также преподаватели Минской духовной академии. Протоиерей Георгий Рой, кандидат богословия, выпускник факультета теологии Регенсбургского университета и Минских духовных школ. Основанием для награды стали активная работа протоиерея Георгия с молодежью и его выступление по актуальным вопросам биоэтики. Именно отец Георгий впервые вызвал дискуссию в парламенте в самых различных общественных кругах Беларуси о ценности жизни еще нерожденных детей, о святости материнства. Вопросы биоэтики, считает белорусский богослов, неразрывно связаны с тайной боговоплощения. Христос принял человеческую природу, и человеческая природа с этого момента соединилась с божеством. И все, что касается человека, в той или иной мере касается и самой природы Христа. И поэтому для нас это не просто политический или социальный вопрос, это вопрос нашего вероучения, нашего взгляда на жизнь, на природу человека. Ну, а если говорить о позиции церкви, то это позиция диалога. Мы, как церковь, не можем и не должны диктовать кому-то своих условий, но в то же время мы часть нашего общества, граждане, и свою позицию мы должны засвидетельствовать и отстаивать. Стоит отметить, что как раз в день награждения лауреата в Беларуси постановлением Совмина были отменены большинство показаний для прерывания беременности на позднем сроке. Эта маленькая, но победа явилась плодом совместного свидетельства Православной и Католической Церкви о ценности жизни через различные форумы, обращения к законодателям и Минздраву. Вторым лауреатом премии «Христианские традиции в культуре и образовании» стали выпускники факультета теологии Европейского гуманитарного университета, нынешнего Института теологии БГУ, супруги Андрей Гаранский и Светлана Мандрик. Практикующие педагоги для своих коллег написали пособие «Библия как памятник культуры». В конце вечера заместитель председателя христианского образовательного центра Григорий Довгяло поделился планами центра на ближайшие 2 года, в числе которых конференция в честь 1700-летия Миланского эдикта, православно-католический форум по христианской антропологии, а также мероприятие, призванное возродить память о Первой мировой войне. А нынешний год пройдет под знаком празднования 1150-летия миссии святых равноапостольных Мефодия и Кирилла. Восточноевропейское бюро телеканала «Союз», Беларусь, Минск.